А сколько стоит клубничка у вас? 400 местная. Что-то за 250 есть у вас? Вот это, например. 200 рублей. Вот это 200. Да. Можно мне? Конечно. Я прям здесь сяду. Клубника 300 рублей. Господа, не проходим мимо. А почем? Первый урожай собрал. Почем? 400. За 600 отдам клубника. Великолепная клубника. 600. За 600. Спасибо. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим... Спасибо. Все, молодец. Зачем? Это вы купили, это ваше. Не-не-не. Вы же купили. Я хотел, я продал вашу клубнику. Нет, вы же заплатили за это. Смотрите, я взял у вас за 200. Правильно. Продал подороже, и теперь это ваши деньги. Нет. Я ничего не знаю. Все. Мужчина, не надо, мой золотой. Вы же заплатили за это 200. Это ваше дело, за сколько его продали. Вы очень добры. А если я у вас еще возьму? У меня 600 рублей. На 600 рублей я могу вам взвесить. Давайте.